«Мы танцевали среди звезд». В Караганде прошел турнир по спортивным танцам. Более 200 танцоров оспаривали на сцене звание лучшего. Подробности в следующем материале. Денис Гудовский и Арина Молочникова – участники чемпионата Республики Казахстан по спортивным и бальным танцам. Пара стала чемпионами в прошедших соревнованиях и стала лучшей из более чем 200 спортсменов. По словам танцоров, немаловажным условием победы стали поддержка болельщиков и родная земля. Атмосфера вообще супер была. Так поддерживали. Очень приятно так танцевать, когда тебя поддерживают. Танец становится лучше. И, конечно, хотел сказать спасибо моей партнерше. Ты шикарно сегодня танцевала. Спасибо. Спасибо тебе тоже за танец. Я очень довольна танцевать на своей земле и очень рада вернуться. Спасибо за организацию. В Караганде прошел традиционный турнир по спортивным и бальным танцам. Местом проведения стал центр бокса имени Серика Сапиева. Участие в таком мероприятии дает возможность танцорам реализовать себя не только на республиканском уровне, но и выйти на мировой. В Караганде проходит традиционный турнир по спортивным танцам, традиционный, в рамках которого проходят чемпионаты и Кубки Республики Казахстан. В следующих категориях юниоры 2, европейская программа, молодежь, европейская программа и 10 танцев в категории взрослые. По данным категориям проходит не просто чемпионат Казахстана, еще и отбор на чемпионаты мира. По словам президента Ассоциации Федерации танцевального спорта Кабдулы Байшанова, сейчас спортивные танцы активно развиваются во всех регионах страны. Отдельное внимание заслужила Карагандинская область. Идет очень хорошее развитие спортивных танцев во всех регионах. Но я хотел бы отметить именно работу Федерации спортивных танцев Карагандинской области. Спортсмены этой федерации показывают высокий результат. И сейчас у нас идет работа по подготовке национальной сборной к чемпионатам мира, которые пройдут. Первый чемпионат мира пройдет в Китае, в городе Уси, с 17 по 20 июля этого года. Максим Трезуб, Константин Павленко, Николай Шевелев, Пятый канал.